Казахстанские АЗС обвинили в искусственном дефиците дизельного топлива. Как сообщили в нацкомпании «Казмунайгаз», до 73% от имеющегося в стране объема дизеля хранится на частных нефтебазах. Владельцы автозаправочных сетей удерживают топливо в ожидании предстоящего сокращения диспаритета цен. Подтвердили это и в Министерстве финансов. Специалисты провели мониторинг и только за прошлую неделю выявили признаки ограниченной продажи на 152 заправочных станциях. Проблему озвучили на заседании координационного центра в правительстве. Выслушав доклады, первый заместитель премьер-министра Роман Скляр подчеркнул, что рациональные штабы должны действовать активнее и проводить рейды регулярно. Он также поручил усилить контроль за ситуацией на АЗС, а при выявлении фактов намеренного удержания ГСМ не церемониться и наказывать нарушителей по всей строгости закона. Сегодня общие запасы дизтоплива в республике составляют 309 тысяч тонн. Производство еще 500 000 тонн ожидается в течение месяца. В Минэнерго сообщили, для устранения дефицита от акиматов регионов собраны заявки для дополнительного обеспечения АЗС топливом. Кроме того, досрочно завершен ремонт Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.